21 августа в Центре занятости населения города Каспийска состоялся День открытых дверей для безработных граждан и граждан, ищущих работу. Отметим, что основная цель мероприятия – это информирование по вопросу заключения контракта на военную службу. Здесь всем желающим рассказали о преимуществах заключения данного контракта. С 10 июля внесены изменения в постановление правительства Республики Дагестан. Единовременная выплата на сегодняшний день составляет 500 тысяч рублей. Значит, у нас еще есть другие меры социальной поддержки. 100 тысяч рублей участнику СВО и члены семьи могут получить при установлении газового оборудования придомового. Такая выплата есть. Выплата есть по жилищно-коммунальным услугам. 50% компенсируется. И на капремонт компенсация. Кроме того, участники СВО будут освобождены от налога на имущество и транспорт. Важно отметить, что происходит информирование с учетом важности государственной задачи комплектования вооруженных сил рядовыми и сержантскими. Проводится День открытых дверей 2 раза в месяц с 10 утра с приглашением представителям военкомата. На этот раз приглашаемым гостем стал ведущий специалист военкомата, сержант города Каспийска Кузьмин Казиахмедов. Отметим, что с января 2024 года через Центр занятости заключили контракт 12 добровольцев.